онлайн тоже можно. Городские власти решили вопрос с возросшим спросом на зачисление в новую школу номер 26 в Октябрьском районе Самары. Утром 7 июня для учеников со 2 по 8 класса стартует электронная запись. Подать заявление о приеме можно через образовательный портал. Та система, которая будет использоваться для подачи заявлений, она уже не первый год используется. Попросили, чтобы коллеги из Министерства образования предоставили нам отдельную надстройку для подачи заявлений именно в эту школу, с учетом востребованности со стороны общественности. Технических сбоев не будет. Система ничем не отличается от традиционной электронной подачи заявлений в первый класс, где спрос кратно больше. Но дополнительные разъяснения все равно провести необходимо. Для этого руководство школы, представители департамента образования Октябрьского района и прокуратуры встретились с родителями-активистами. Спасибо большое. На самом деле очень приятно, во-первых, что администрация позвала, что выделила время. Все рассказала, все показала, то есть это очень радует. Я думаю, что вопросов уже нету. Сейчас все максимально доступно, все максимально открыто. Актуальная информация появится в родительских чатах. Кроме того, администрация школы обзвонит каждого родителя, который обращался в школу. При этом заявление можно принести и лично. Оно также будет обработано специалистом школы и внесено в единую электронную базу. Никто родитель не оставит наедине с какой-то их проблемой. С каждым родителем, с каждым ребенком в индивидуальном порядке будет решаться вопрос. В случае каких-то технических сложностей он не мог поучаствовать или еще по каким-либо причинам. То есть они всегда смогут обратиться как в прокуратуру района, мы довели эту информацию, так и в администрацию района. Большая часть родителей уже были в школе. Они присутствовали на родительских собраниях, поэтому у администрации школы есть понимание, какое количество людей потенциально планирует сюда попасть. Из всех поданных заявлений будет сформирован реестр. В соответствии с ним и будет проводиться зачисление в школу. Родители смогут его увидеть на официальном сайте учебного заведения. Прежде всего, местами будут обеспечены дети, проживающие на закрепленной за школой территории. Что важно, в школе мест хватает. Это отчетливо видно на примере зачисления первоклашек. Само здание в одну смену может обучаться на 600 мест, да? Но мы, конечно же, реагируем вообще на все социальные запросы, которые у нас присутствуют на данный момент. И, конечно же, квота расширяется. Сейчас мы уже набираем 8 первых классов, да, расширяем эту квоту. Прием оригиналов документов будет осуществляться не в день подачи заявления, а по графику, установленному школой, начиная с 15 июня. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События.